Все на лыжи и роллеры. В Саратове в районе 5-й дачной открылась новая современная трасса для занятий этим видом спорта и активного отдыха. Молодец! За юных спортсменов Валерий Радаев сегодня болеет с особым трепетом. Первые городские соревнования по лыжероллерам проходят на специализированной трассе. Ее появление в Саратове ждали долго. Теперь проводить соревнования и, самое главное, тренироваться на лыжероллерах можно круглый год. Уникальность трассы в перепаде высот. Почему сегодня сказал, что маленькая, но победа? Потому что это 30 лет, тренерам мне говорили, было желание и у детей, у родителей, у тренеров, но не было возможности. Сегодня мы такой вместе с городской властью, вместе с строителями, депутатами создали такую возможность. Я думаю, что это начало большого строительства, потому что надо, конечно, завершить строительство стадиона. Сюда губернатор приезжает уже не в первый раз. Обустройство лыжероллерной трассы – его инициатива. Все работы здесь начались в сентябре. Валерий Радаев лично следил за каждым этапом строительства трассы. Владимир сегодня первый на первых соревнованиях. Признается, тренироваться было негде. Обычные стадионы не дают той нагрузки, которая необходима. Но теперь уверен, профессиональная трасса поможет добиваться новых побед. Она удобная, хороший рельеф. Это только часть большого проекта. Скоро здесь появится и лыжный стадион. Постепенно расширится и сама трасса. Не только сами спортсмены, но и все желающие граждане могут туда прийти. А пока здесь не появился лыжный стадион с раздевалками, губернатор предложил установить рядом с трассой временные теплые помещения, чтобы спортсмены могли и переодеваться, и оставлять там свой инвентарь. Татьяна Кудасова, Олег Захаровский, Кирилл Логинов, Вести, Саратов.